Приветствую, дорогие друзья, всех на моем канале. Сегодня у нас будет расклад на неделю с 25 числа по 31. Будем смотреть, как обычно, на моих старых арканах. Буду добавлять сегодня Ленорман. И решила сегодня добавлю еще Таро вместе со старшими арканами. Если что-то выпадет старший аркан, то значит усилит значение. Ну, посмотрим. Сегодня сделаю так. Так, давайте смотреть. Итак, расклад на неделю с 25 по 31 число. Извиняюсь, наверное, по 1. По 1 у нас 30 дней в сентябре. Так, давайте смотреть. Работа и карьера. Любовь, отношения, конфликтные ситуации, влияние извне, здоровье. Итог всей недели и совет для вас. Так, теперь берем, добавляем Ленорман. Работа, любовь, работа, финансы, конфликтные ситуации, влияние извне, здоровье. Здесь у нас итог всей недели и совет для вас. Так, и беру колоду Таро. Сегодня так мне захотелось. Именно вот этот Таро. Посмотрим. Так, работа, финансы, любовь, конфликтные ситуации, влияние извне, здоровье, итог всей недели и совет для вас. Давайте смотреть. Так, совет я немножко уберу в сторону. Итак, смотрим. Работа и финансы. Ну, смотрите. Карта Солнца, карта Звезда и Король Пентаклей. Тут вам прямо, могу сказать, что-то подфартит. Найдете какую-то хорошую работу. Возможно, вашим начальником будет мужчина. Возможно, здесь, знаете, даже если не работа, то мужчина принесет деньги в дом. Какой-то, исполните какой-то, может быть, возможно, кто-то мечту давнюю. Есть какое-то приобретение крупное, возможно, у кого-то на следующей неделе. Вы знаете, как здесь, как финансы, и даже король, видите, он пентаклей с денежкой тут в руке. Такое ощущение, что здесь будет зависеть от мужчины очень много. У кого-то начальник мужчина. Ну, это я просто так уже все ситуации прорабатываю. И да, идет повышение зарплаты. Может быть, место освободится, которое вы очень давно ждали по звезде. Ну, здесь я даже докладывать не буду. Здесь очень благоприятные карты, связанные с работой, связанные с вашими финансами, с карьерой. Какие-то прям положительные, позитивные изменения идут. И достаточно такая, ну, как бы прибыль идет в вашу жизнь по карте Солнца. Знаете, как будто какая-то мечта ваша сбудется. Так, любовь, отношения. Императрица, ребенок и новый путь. Ну, смотрите, здесь, во-первых, налаживание что-то у детей. Если действительно у кого-то есть дети, возможно, если связано с учебой, то, знаете, как все вот как по маслу пойдет. Как вот новый путь, что-то ребенок. Может быть, у кого-то ребенок устроится здесь на работу, новое что-то, начинание у вашего ребенка. Если нет детей, но здесь однозначно с детьми как-то прям все хорошо будет на следующей неделе у детей. Если не касаемо детей, у кого-то нет детей, то здесь любовь, отношения, да, мы говорим. Здесь, возможно, новое знакомство. Новое знакомство, которое, знаете, как
Смотрите, ребенок это да, новый путь, кто-то одинок. И здесь еще шут, нулевой аркан это тоже новый путь. Обнуление как-то старых каких-то проблем. Возможно, на следующей неделе вас ждет какое-то вот новое знакомство, которое приведет к рождению даже потом, к рождению семьи, рождению детей. И знаете, что вы в отношениях все-таки императрица. Цените себя. Вот кто-то себя, может быть, недооценит. Здесь совет на следующей неделе. Узнать себе цену, дать себе вот именно, понимаете, все в ваших руках. Вы здесь держите как бы, ну, тут все стихии тут у вас, да? Вы как главенствуете над всем. И все в ваших руках. Вот вы как захотите, так оно и будет. Захотите вы познакомиться, вы сможете это сделать. Вы найдете место, где вы это сделаете. Будь то природа где-то, будь какой-то отдых, будь это какой-то, поедете, не знаю, там в санаторий отдыхать, и вы, возможно, встретите там свою любовь. Просто пойдете в парк гулять, сядете на скамейку, приведете как-то себя, знаете, как вот в надлежащий какой-то, вот прямо, да, я, чтобы вот, ну, они оборачивались, да? И вы сможете это сделать. Но здесь однозначно, если у кого-то, понимаете, отношения, как, может быть, мужчина ушел, здесь как, может, начнете все заново. У кого-то есть дети, да, и вот здесь как будто бы все начнется заново. Я не буду здесь докладывать карты. Карты очень хорошие на любовь, на отношения. Все в ваших руках. Вам говорят, смотрите, какие карты. Звезда, императрица. Следующая неделя, она действительно обещает быть хорошей. Так, конфликтная ситуация. Сила, гора. Ну, смотрите, у кого-то здесь вот четко показывается, у кого-то препятствие с мужчиной. Вам даются силы, у кого-то гора. Тут как, знаете, как препятствие, возможно, конфликтной ситуации, вы действительно в ссоре. В ваших силах эту гору отодвинуть, сделать вот так вот. Или вообще вот так вот, да, убрать. Убрать их за спину, эти препятствия. У кого-то, может быть, значит, знаете, одиночество. В ваших силах изменить вашу жизнь и быть счастливой. Вот я здесь говорила, что можете, даже кто одинок, здесь можете найти, обрести свое счастье. Все в ваших руках, только действуйте по императрице. Здесь еще и карта силы. Смотрите, звезда, императрица, карта силы. Какие старшие арканы выпадают на следующую неделю? Давно. Давно таких не было. Конфликтные ситуации с мужчиной вы в силах. Если вы в ссоре, вы в силах эту гору убрать, сделать вот так. Если кто-то, знаете, как вот препятствия идут по вот, ну вот не познакомиться никак, никак не найти свое вот, да, то в ваших силах сделать так, чтобы мужчина был рядом с вами, с которым вы свяжете свою жизнь. Как-то вот, ну вот так вот мне прямо идет на этой неделе. Так что конфликтные ситуации здесь не буду тоже докладывать. Карта силы, карта очень хорошая, препятствия, гора. В ваших все в руках здесь. Вот здесь такое ощущение, даже в ссоре стоит только позвать мужчину, и он будет вот как этот лев у ваших ног. Возможно, даже и так. Конфликтные ситуации здесь устранимы. Так, смотрим дальше. Влияние извне. Есть ли люди, которые влияют у вас извне? Ну, смотрите, могу сказать, так есть. Вот, возможно, здесь и есть препятствия, да? Либо ссоры, либо расставание, либо расстояние, либо одиночество, да? Никак не можете найти мужчину по судьбе, препятствия какие-то. Здесь есть, потому что, смотрите, крыса, еще верховная жрица. Есть они, эти люди. Здесь я буду уже докладывать. Куда без них, да? И эти люди, они скрыты от вас. Знаете, по Верховной Жрице это тайная информация. Здесь, возможно, люди, которых вы очень хорошо знаете. Но они так скрывают истинно свое лицо. Сейчас мы посмотрим на оракуле полнолуния, доложу. Что вы даже не предполагаете, что эти люди могут причинять вам вред. А крысы, это, знаете, как забрать ваше.
Это воровство, это из-под тишка, это втихаря, это ночью, это вот, ну, сами понимаете, да, что это за грызуны. По верховной жрице есть. За вашей спиной, люди, давайте посмотрим. Черный кот, госпожа. Знаете, вы... Здесь зависть идет. Зависть вам. Вот здесь императрица, здесь звезда, здесь сила. Здесь настолько вам завидуют. И так хотели бы вас посадить в какие-то ограничения, в лабиринты, какими-то черными своими делами. Ну, смотрите, ваша любовь, ваше благополучие, ваша чистота. Но здесь ничего не получится. Вас сам воздух здесь очищает, понимаете? Вот вы выходите на улицу, и на улице у вас прямо идет очищение. Завидует ваше, кто-то здесь действительно завидует вашим отношениям. Крутятся они, вот понимаете, вот по воздуху, лабиринт, они вот крутятся вокруг вас. Крутятся и завидуют. Если, видите, любовь, вот исполнение желаний. Вы знаете, прям какая-то для них недосягаемая. Как бы они хотели быть на вас похожи, но не получается. Они такими, они как крысами остались, так крысами останутся. Не зря эта карта выпадает. Им остается только завидовать. Возможно, вашей внешностью. У кого-то есть отношения в вашей семье. Ну, есть, которые хотели бы вот запутать вас, посадить бы вас в лабиринт. О, видите, оковы. У вас такая защита. И знаете, она защита интересная такая. Вот это на всем этом, понимаете, как... Ну, крест поставится. Ну, не получится вас тут подсадить под какой-то замок, заковать какие-то оковы. Вы как двигались вперед, так и движетесь. А защита какая-то, знаете, вот она словно как самозащита хитрит с ними. У вас защита очень сильная. Они словно попадут, знаете, как защита, как, знаете, лисица и защита, как словно в какую-то ловушку. Потому что вы здесь, смотрите, ну вот, императрица, от вас все как отлетит. Ох, какая, смотрите, коса и возмездие. Какое возмездие будет? Коса и возмездие. Коса от вас отвернута. Видите, как от вас отлетает? Коса и возмездие. Вот она, хитрая защита. Вы кажетесь, знаете, такой вот, может быть, кто-то прямо ангелом, а ваша защита, она очень мощнейшая. По-видимому, здесь кто-то очень, знаете, как натерпелся в своей жизни, могу сказать так. Но больше я смотреть здесь не буду, я думаю, здесь вы поняли. Пусть они будут, пусть они завидуют, они свое получат. Кто-то очень давно терпит и натерпелся от вот таких вот крыс, втихаря, которые что-то вам причиняют, делают. Так, ну давайте смотреть. Здоровье. Шестерка мечей, известие и страшный суд. Знаете, здесь карта ангелов. Знаете, здесь уходит болезнь, здесь, если есть у кого-то, она уйдет. Вот кто-то переживает, может, за свое самочувствие, она уходит. Знаете, вот здесь вот она защита была, вот она защита, страшный суд. Вот он, вот верховная жрица, и тут же вот эти крысы, и тут же страшный суд. Шестерка – это уход. Это уход плохого из вашей жизни. Знаете, как можете, получите какое-то даже заключение здесь, которое вас обрадует. Вы поймете, что нет. Вот, ну, может, испугаетесь, да, пойдете сдавать анализы или что-то там перепроверить. И поймете, что нет, все хорошо. Вот, возможно, и так. Но здесь ангелы, здесь, знаете, как опять же ваша защита. Если есть какой-то недуг, недомогание, вы от него, просто он от вас уйдет. Благодаря защите ангелов и высших сил. Карты сегодня просто вот на следующую неделю. Пишите. Просто замечательные. Так, давайте смотреть итог всей недели.
Знаете, кто-то очень, как бы, может, одинок, да, по жизни. Итог всей недели вы словно подождите. Вот здесь говорят время, здесь тройка жезлов. Это ваши дороги, как открытие дорог. Вы себе открываете дороги. Вы выйдете из одиночества, подождите, карта время. Ну, не время еще, значит, кто-то, если одинок, не время. Оно ваше время придет. Вы дождетесь. Вот здесь мужчина стоит, ожидает, да. Вы дождетесь своего счастья. Вы избавитесь от одиночества. Здесь я доложу итог всей недели. Что-то, знаете, как вот... Может быть, вы здесь в одиночку с кем-то тут справлялись, с вашими крысами, да, и вы получите нужный вам результат. Подождите немножко. Ангелы уже, вот они вот уже трубят. Вот вам и говорят. Подождите немножко. Ваши все труды, я же говорю, труды принесут нужные плоды. Смотрите, туз мечей. Восьмерка – это как стремительно обратно. И вы королева кубков. И ваши все. Вот здесь, я говорю, здесь как будто здесь какой-то идет вот по страшному сюда, и здесь идет наказание. И только все недели. Вот тем людям, которые вас обижали. Которые... Ох, смотрите, сколько вам зла, возможно, здесь причиняли. А нельзя было. Вот она, королева мечей. Женщина. Женщина, ваша любовь вмешивалась. По луне делала это тайны. Я говорю, вот они, крысы, вот она, верховная жрица. Зависть. Здесь огромная зависть вашему счастью, вашему. У кого-то происходит так. Но здесь, я говорю, что здесь итог всей недели. Знаете, что придет время, не переживайте. Все зло здесь будет наказано. Кто-то остался одинок благодаря этим третьим лицам. Могу сказать так. Кто-то остался в одиночестве. Но у вас есть силы убрать эти препятствия. Вот они между вами и вашим мужчиной. У кого-то мужчина действительно ушел. Да, и вот эта королева мечей, это, возможно, соперница. Так, ну давайте смотреть. Совет вам. Умеренность, восьмерка пентаклей, метла и карта умеренность. Во-первых, совет вам. Быть, знаете, что ангелы, они все видят, вашу ситуацию смотрят, наблюдают, знают. Здесь говорится еще, знаете, как о вашей умеренности, как о вашей чистоте какой-то. Здесь умеренность, в следующую неделю, возможно, здесь даже, могу сказать так, не употреблять алкоголь. Знаете, как какой-то немножко даже может попаститься следующей неделе. Знаете, как почиститься. Вот, здесь идет четко. Хотя нет сейчас, может быть, постов. Но как следующая неделя, как метла и умеренность. Знаете, как почистить свой организм кому-то. Работать придется. Работайте. Кому-то действительно как работа и карта метла. Как очистить свое пространство в следующей неделе. Сделать чистку себя. В первую очередь здесь себя, не дома даже, а чистку себя. Кого-то, да, кто-то находится с разбитым сердцем. Знаете, как почистить тело, душу. Возможно, попаститься, не принимать алкоголь. Ну, там, не знаю, там трехдневный пост выдержать. Отказаться, там, может быть, каких-то там продуктов. Ну, вот как-то вот здесь совет идет такой вам. Королева кубков, солнце. И смотрите, туз кубков. Даже докладывать больше не буду. Вы придете, вы встретите свою любовь. Вы обязательно обретете свое счастье. Карта солнца и король, и туз кубков. Это карта любви, наполненности. Карта счастья. Вам говорят, что вы будете счастливы. Ангелы. Вот он, ангел переливает, с крыльями переливает кубки. Так что здесь очень хорошие карты. Ну, а смотрите, на дне колоды король пентаклей.
Вас ждет любовь с мужчиной, возврат отношений, чувств, счастья. Такая обещает быть следующая неделя. Ну, прислушайтесь к тому, что я вам сказала. Всего вам доброго, до следующих видео.